Может, в туалете посидишь, книжку почитаешь? Всем привет! Мы на команду Бэт. Мы сейчас будем вот такую-то девочку снимать. Ну, это Сашина. Я свою сбила. Вот такие у меня пальчики. И, ребята, смотрите, какой у нас лизун. Я вам попробую. Так, печатку я сняла. Твоя яйца. Мы сейчас будем яйцо снимать. Подожди. Всем привет! Вы на канале Анны Дальвес. И мы будем снимать лизун вот такой тарелочки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Поехали! А лизун у нас, ребята, необычный. А вот такой. Да. София с Яной еще не знают. Что в нем такого необычного, как вы думаете? Я думаю, что там есть пауки. Он светиться будет в темноте. Представляете? Давай открывай. Я тоже буду. Да. Давай ты вот тут. Ребята, я открыла. Сейчас я коробку достану. Тут все наоборот. Ребята, смотрите, какая тут коробочка. Давай доставать. Ребята, смотрите, как мороженки. Так, что тут в этой коробке? И посмотрю. Инструкция. Инструкция. Могу. Ребята, смотрите. Я буду добавлять загуститель. А я на клей будет. Ты клей будешь добавлять, а я загуститель. Ребята, у нас вот такая вот коробочка. Я открываю клей. Сейчас, Яна, давай. Подождите. Сюда. Так, давайте по порядку. Яна, у Яны клей. Здесь активатор. И в этой баночке пакетик и краситель. В этой баночке перчатки. Я сама буду. Краситель у нас лизун будет вот такого цвета. Да-да. А в этом пакетике знаете что? Что? Вещество для того, чтобы лизун светился. Ребята! Так, ребят, у нас в упаковке одни перчатки. Я нашла это. Одна пара перчаток. И у нас мы решили их разделить. Да. Одну перчатку Яне, одну Софии. Ребята, смотрите, как монстр. София у нас левша, она будет все делать левой рукой. Ребят... А ты на правую одеваешь? Тебе на правой будет удобно размешивать? Да. Ты у нас привыкла левой все делать? Да. А я на правша, но одевает перчатку на левую руку. Вы все перепутали. Помоги мне тут одеть. Давай София поможет. Помоги мне. Давай. Так, посмотрим. Ребята, она на самом деле не может одевать перчатки. Посмотри, какая. Яна, мы будем лизуна делать? Одевай перчатку тогда. Смотри, как у меня. Вот. Так. Сделай так. И вот так одевай. Девушки. Вот какие у меня пальчики. Давай, правильно, правильно. Я буду мешать. Яна, ну-ка покажи свою перчатку. Яна, сейчас я тебе открою. Ты наливай. Так, все делаем в перчатках. Берем клей. И вот так выдавливай, а потом я. Вау! Я никогда не это. А теперь я. Нет. Давай. Давай, лей. Ребята, я никогда не видела. Красиво. Я буду вот... Я не все иду. Я, ребята, уже открыла вот такую вот лавочку. Ребята, если вы добавите вот
этот вот загуститель много, то у вас будет совсем-совсем пластилин. А теперь вот это. Так, давай посмотрим, все у нас. Подожди. Здесь еще немножко клея осталось. Так, все. Яна, подожди, с красителем надо быть аккуратно. Подождите. Подождите, добавляй, выливай все полностью. А теперь бьешь. Нет, Яночка, подожди. Так, перчатку я сняла. Нет, все делаем в перчатке. Ребята, нам, конечно, неудобно. Ребята. Еще на воду насыпалось так. Это сэмпль. Ребята, эта баночка твердая. Ну, а ты нажми на нее. Вот и будет. Я нажимаю. Да, она очень туго. Приходится с трудом нажимать. Чтобы у нас весь активатор вылился. У нас вот такие блестки. Все. Ну что, давайте. Давай я сначала. Давай, Яна, я тебе порошочек открою, а ты высыпешь. Да, ребята. Я пока мешаю. Давай вместе. Давай вот так. Ребята. Яна, держи порошочек. Ребята. Давайте быстрее добавлять краситель. Сейчас. Давай. И София добавит специальный состав, с помощью которого наш лизун будет светиться. Давай вместе держать. Сейчас я надержу тарелочку, София будет мешать. Или нет, наоборот. Я хочу мешать. Ребята, смотрите. Хоть бы без цвета он был, получился бы прозрачный лизун, да? Давай. Так. Давай вместе мешать. Ребята. Помните, как в прошлый раз у меня тоже так получался лизун? Помните? Ребята, вы сейчас все такое? Вау, какой он. Я думаю, что он липкий будет. Он холодный. Ребята, когда мы это закончим, мы даже, он даже может в чистое... Ого, Яна, давай... Так, давай... Пора его в руки, может, брать, мешать. Давай... Ну, давайте сейчас можно перчатки снять. О! Снимай перчатку, он сейчас прилипнет к перчатке. Я убегаю тут и суну на палочку. Ребят, да. Сейчас с помощью ручек волшебных, да, будем замешивать. Ребята, что это? Ребята, вон такой гибкий. Давай, ты пока замешивай, что у тебя в тарелочке. Я отделю от перчатки. Ребята, я буду мешать. Ребята, а вы гибкие. А он же мешается, давай руками. Нет оливки. Давай мне палочку. Я наделаю вот так. Яна, сядь. Помоги мне тут убрать. Пахнет, как ты... Ребята... Меси в руках, как тесто ты месишь. Меси давай. Ребята. Я напонюхаю, чем пахнет. Ребята, смотрите, какой цвет красивый. Посмотрите, какой цвет красивый. Где палочка? Давайте, давайте, замешивайте. Его мешать надо, Яна, ручками. Ну-ка. Помогите. Давай. Тут еще. Давай. Много тут. Ты вот так вот сделай. Раз, раз. Вот так вот делай. Ребята, я хочу целую коллекцию собрать этих лизунов. Я сама буду смешивать. Давай.
О! Давай напечатки мы потом сделаем, давай. Нет. То здесь, здесь надолго. Здесь, мне кажется, здесь его даже не отделить. Как? Так что, ребят, если у вас будет такой лизун такой, в таком наборе, лучше сразу печатки снимать и замешивать ручками, да, девочки? Ребята, посмотрите, какой у нас лизун попался. Красивый. Вот такой у нас лизун. Я не обожаю такие цвета. Тебе не нравится такой цвет? Нет. Он зеленый, такой красивый. Нет. Я люблю, знаете, какой цвет? Я люблю черный, синий, розовый, фиолетовый. Я буду в тарелке дальше завешивать. Вау! Ой, какой лолит. Я буду... Вау, как он, да. Привет. Что, проверим, как он в темноте светится? Да, я буду свой. Давай по очереди. Яна, потом я. Ага, ничего не видно. Ну-ка. А в инструкции написано, что его надо зарядить с помощью... лампы. Либо лампы, либо положить его на подоконник, ну, чтобы солнышком зарядился. Но у нас сейчас вечер. Ка, давай попробуем с помощью телефона моего зарядить. Поднесем. Светит. Какой красивый. Сейчас он зарядится светом. София ложит уже свой рядышком с Яниным. Еще поближе. Просто положите их на стол. Вот, вот так. Я наложи рядышком. Вот тут ложи, чтобы он не прилип. Я сейчас снимаю. Ложи, ложи. Нет, 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 не так, чтобы не прилип, да. Чтобы они соединились, да? Да, угу. Чтобы они в темноте светились. Я все? Ну что, пробуем? Выключаем свет. Ну-ка, лизуны, где ваши лизуны? Не, не слышу. Не видно. Не видно ничего. Может, это слишком мало? Ребята, он светится! Ребята! Ребята, он светится! Да! Ну, свет полностью убрать, он не светится? Ребята, он светится! Ну-ка, попробуем его от лампочки зарядить посильнее. Ребят, мы сейчас проверим этот лизун еще раз. Мы поднесли его к лампе, которая у нас на потолке. Минуты две, наверное, мы подержали, да? Ну что, проверяем? Да! Свет выключаем. Выключаем. Ну, смотрим. Как светит! Я понял. Ребята, ребята, я отдам. Я забираю. Я забираю. Ну что, светится лизун? Да. Давай разделяй. Давай разделяй. Это мой. Ребята, смотрите. Вот, давай как на картинке. Вот так. Я смешался. Я попробую зеркало сделать. Зеленое зеркало. О, ребята! Вот такой у нас классный лизун получился. Ребята! Ребята, посмотрите, какой у меня лизун. Ребят, кому понравился наш светящийся лизун, ставьте София. Лайки. Да, София? Все, у нас кофта в лизуне. Ёма. Прилип, давай отлепляй. Я тоже буду. Вон, ручка. Но получается, нет. Ребята! Да. Он уже впитался туда. Сюда. Ребята, давайте попробуем. Давай, ребят, спросим, ребят, кто сталкивался вот
с такими ситуациями, когда лизун уже успел в ткань пропитаться в вашу одежду. Ребята, он, кстати, еще к стулу прилипает. Как вы очищали, да, София? Нам ведь кофту надо очистить. У тебя сейчас пятно будет, а он засохнет. Ребята, он даже к столу прилипается. Посмотрите, какой у меня лизун большой. Сидорук, Виктории Дебровой, Алине Дидик, Милане с ником в Инстаграм 3298 и Софии с ником в Инстаграм 8475. Ребят, привет! Ребят, привет! Смотрите наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!